Чтобы сжечь тело взрослого человека, необходимо примерно 180-220 кг сухих, хорошо воспламеняющихся дров. Все потому, что наш организм почти на 80% состоит из воды, а значит, сам по себе обладает очень низкой горючестью. Культура поклонения огню и солнцу берет свое начало в глубокой древности. Нет ничего удивительного в том, что на самых ранних страницах истории мы то и дело встречаем свидетельства обряда кремации, который предшествовал погребению. Помимо ритуальной функции, сжигание тела имеет ряд экологических преимуществ. В бронзовом и железном веках культура захоронения не всегда предусматривала отдельное, удаленное от города место вроде современных кладбищ, часто мертвецов хоронили под домом или на небольшом ритуальном участке прямо в черте города. Это приводило к тому, что масса гниющей органики и выделяющиеся из нее вещества попадали в проточную воду, способствуя распространению болезней и просто загрязняя пригодную для питья влагу. В результате некоторые народы вовсе отказывались от погребения тела в земле, предпочитая предавать мертвецов огню. Современные крематории – это настоящее жерло вулкана, способное превратить в золу даже кости. Чтобы удержать этот невероятный жар под контролем, строителям приходится изрядно попотеть и проявить недюжую смекалку. Один из сюжетов цикла «Как это устроено» от телеканала Discovery как раз посвящен тому, как устроены и как функционируют крематории в наши дни. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.